Режим самоизоляции продлили до конца месяца. И у многих людей возник законный вопрос, а как же оплачивать регулярные квитанции? Век высоких технологий, как оказалось, это не такая уж и большая проблема, так как множество услуг и коммунальные платежи, в частности, можно оплатить через интернет. Мы обратились в крупнейший финансовый институт страны, чтобы узнать, а какие способы оплаты предлагают банки. На сегодняшний день Сбербанк полностью готов обеспечить дистанционное обслуживание клиентов. На сегодняшний день нет практически ни одной операции, которую наше население не может выполнить удаленными каналами обслуживания. Это и мобильное приложение Сбербанк, и терминалы самообслуживания, и веб-версия Сбербанка. Если у кого-то по какой-то причине нет Сбербанк онлайн, нет мобильного приложения, то все платежи ЖКХ, коммунальные, оплата штрафов, пошлина, всего спектра услуг можно осуществить и с помощью наших терминалов самообслуживания в круглосуточных зонах. А теперь давайте проверим, насколько же просто оплатить квитанцию в онлайн-банке. Мне нужно оплатить счет от спецтранса за вывоз мусора. Заходим в раздел «Платежи», выбираем нужного поставщика, заполняем данные и вводим сумму. Все, платеж совершен. Кстати, получить квитанцию с подтверждением платежа можно также онлайн. Справка с печатью из приложения будет иметь такую же юридическую силу, как если бы вам ее выдали в отделении банка. Теперь попробуем оплатить с помощью кода на квитанции. Заходим в онлайн-банк, нажимаем «Сканировать QR-код» на главном экране и наводим камеру, собственно, на сам код. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами. Остается только подтвердить оплату. Весь процесс занял буквально несколько минут. Сегодня это не только самый удобный и быстрый способ оплаты, а также и максимально безопасный. На сегодняшний день очень важно подумать и помочь нашему старшему поколению. Я вас очень прошу научить своих мам, папу, дедушек, бабушек пользоваться мобильным приложением, подключать автоплатежи и меньше посещать банки, ну, в той ситуации, в которой мы находимся. В конце концов, оплатите за них коммунальные платежи за этот месяц. Соблюдайте самоизоляцию, берегите свое здоровье и оплачивайте услуги онлайн.